Всем привет, с вами Inform TV. Несколько минут назад СМИ сообщили, что ушла из жизни Любовь Стриженова, советская актриса и мать режиссера Александра Стриженова. Ей было 83 года. Трагедия случилась в Киево-Николаевском монастыре в Чувашии. Любовь Стриженова 6 августа могла бы отметить 84-летие. Увы, сегодня ее не стало. Причиной смерти стал инсульт. В монастырь она ушла служить еще 15 лет назад. После этого ее стали называть Иудив. Актриса известна по роли в культовом фильме «Вечный зов». Последний раз она появилась на экране в 2008 году. Это была картина «Любовь-морковь». На ее счету больше 30 работ в кино. Долгие годы она играла и в театре. С супругом Олегом Стриженовым, знаменитым актером, Любовь прожила 6 лет. Из-за взаимных претензий и обид они развелись. Она родила ему сына Александра.